Суть начальника сложная. Вот. Все время тут сразу хочется сказать, суть в подъезде. Понимаете, нету начальника, как всегда это было в прежнем мире. Значит, вообще начальник – это человек, который обладает ресурсом воздействия на вас. Вот. Поэтому дома есть начальники. У нас там начальник мама или у нас начальник папа. Да? И на работе у нас там начальник, и в школе начальник. Учительница, вот начальник, ты не начальник, там, и так далее. Вот. Это, начальники – это те, кто могут на нас силовым воздействием как-то воздействовать. Ну, силовым не обязательно, физическим. Вот. Можно морально-психологически задавить и так далее. Но нас же можно задавить только в том случае, если нам не сбежать. Понимаете? Вот. И вообще вот эти все насильственные способы управления – они хороши, когда человеку ну, тяжко сбежать. Когда, убегая, он теряет больше, чем приобретает, убегая. Вот. И вообще весь прежний мир был мир начальников. Ну, то есть вот, все хотели быть начальниками, все становились начальниками и дрючили друг друга. Вот это была, так сказать, прежняя жизнь. Сейчас новая реальность. Такая как бы свобода. Вы, не нравится вам начальник, вы пошли в другое место работы. Не нравится вам как бы отношения, вы пошли в другие отношения. Не нравится вам тот, вы, привет и всем пока, до свидания. Мы очень довольны были с вами, до свидания. Вот. Сейчас начальники, как вот этот вот люди, которые способны нас, так сказать, держать под уздой, да нет такой больше опции. Мир стал горизонтальным. Ушло это насилие, эмоциональное, потому что все друг друга сейчас легко шлют на три буквы, и физического уж тем более, конечно, нет насилия. А совсем еще недавно, понимаете, начальник мог дать по башке, и как бы и нормально. Вот. Поэтому сейчас больше нет начальников. Сейчас есть лидеры, которые организуют вокруг себя социальное пространство. Но, к сожалению, сейчас и лидеров становится все меньше и меньше, надо признать. Потому что для лидерства нужно иметь, так сказать, драйв внутренний. Вот. А сейчас у людей все меньше и меньше драйва. Все меньше и меньше поддержки друг от друга. А драйв-то рождается как раз от этого. Вот. Поэтому мы попали в интересное время, когда вроде бы начальники нужны, потому что все как-то стало работать очень скверно. Все разваливается. Лидеров нету, потому что нет социальной поддержки, и наша социальная потребность украдена социальными сетями, мультизадачностью, потреблением примитивного контента там, и так далее. Вот. И мы сейчас такие, как будто бы все без какого-то социального организующего начала. И это беда. Вот. Поэтому мне не жалко, что нет начальников. Мне жалко, что мы не научились по-другому организовываться в такие общности, при которых мы как бы друг на друга работаем. А ведь в любом племени, в любой стае, в любой команде в конечном счете все работают друг на друга. А вот это все меньше и меньше, а то и совсем нету.